пятер наверняка. По мировой судья судебного участка номер 422 Таганского района города Москвы Храмеев, рассмотрев дело 5-13-44-22 административных правонарушений, предусмотрены частью 8 статьи 13.1 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений в отношении организации SPEC Inc., зарегистрированной в соответствии с законодательством США, офис которого находится по адресу 2772 Дональд Дуглас Клуб Норт Санта-Моника, Соединенные Штаты Америки, руководит статьями 29.9, 29.1 КОАП РФ, мировой судья постановил признать СНЭП Инк виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 13.1 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений, и назначенному наказанию в виде административного штрафа в размере 1 миллиона рублей. Мировой судья судебного участка номер 422 Таганского района города Москвы Храмеев рассматривает дело 5-13-45-22 административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.1 КОАП РФ в отношении ВЦП ЛЛС, зарегистрированного в соответствии с законодательством штата Делавэр за номером 548-2270, офис которого находится по адресу 1601 Гул Роуд, Менлоу Парк, Калифорния, Соединенные Штаты Америки. Руководит статьями 29.9, 29.1 КОАП РФ, мировой судья постановил признать ВЦП ЛЛС виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.1 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений, назначенному наказанию для административного штрафа в размере 18 миллионов рублей.